центральных улицах города ведется работа по замене теплосетей. В микрорайонах Тараза работы длятся уже с прошлого года. Жители города, прямо говоря, не в восторге от перекопанного областного центра. Когда будут завершены работы по реконструкции, расскажет наш корреспондент. Работы по замене магистральных систем отопления на центральных улицах города ведутся уже с мая месяца. В этом году заменят 3 километра, а до 2020 года заменят более 12. Ведь если не заменять старые, непригодные для работы трубы, то не будет возможности обеспечить теплотой весь город. Поэтому из республиканского бюджета на ремонт поврежденных трубопроводов выделено 1 миллиард 700 миллионов тенге. На эти деньги отремонтируют теплосети на улицах Тулеби, Сапатай-Батыра, Кунаева, Кугильде, Ниткалиева, проспект Табая. По словам ответственных лиц, ремонт уже скоро завершат. Работа будет завершена в этом году. Отопительный сезон начнется 15 ноября. До этого времени работы будут завершены. Потом здесь будут заливать асфальт. Это обязательно. Всего на балансе коммунального предприятия «Тарастрансэнерго» находится 188 километров тепловых сетей. По словам специалистов, они изношены уже на 70%. Замена трубопровода необходимо проводить как минимум один раз в 25 лет. Местные жители возмущены. Модернизация затянулась, тепло горожане хотят получить раньше, ведь погода нынче обманчива, говорят они. Желательно, чтобы сделали отопление, дороги, чтобы детям было удобно ходить в школу, в садик, но... Чуть-чуть она мешает, наверное, жителям Тараза. Но конец августа уже. Желательно до сентября, чтобы сделали дороги, чтобы никому не было тяжко ходить в школу, в садики. Быстрее бы уже закончили. Нормально ездить на машине не получается. Постоянно нужно объезжать. Стоит отметить, что в этом году отопительный сезон начнется 15 ноября. И специалисты говорят, что если ремонтные работы завершатся успешно, то и зимой всем тарасам будет тепло. Альфия Мингазова, Санат Аралбек, 77 News.